Всем привет! Сегодня 13 октября, осень. Смотрите, Черное море. Черное море. Вот такая водичка хорошая. Ну что, давайте пробовать температуру. Я вот заранее засучил ноги свои, да, так вот. Штанины засучил, да, чтобы можно было не намочить их. И сейчас будем пробовать, как оно. Так. Так прохладненько. Первое впечатление. Первое впечатление прохладненько. Так. Ну, вот так вот достаточно, я думаю. А то там дальше волна. Ой! Все замочило, да? Чуть-чуть замочило. Ну, в общем-то, нормально, терпимо. Вот я стою, в принципе. Не так оно холодно, как бы, да? Вон там на рыбаки на горизонте, смотрите. Облачность, небольшая облачность. Солнышко. Короче, смотрел прогноз, сегодня вот такая вот погода будет. То есть, в принципе, вчера люди купались уже. Но сейчас тоже купались. Видел, купались. Ну так, с утра проходят на утреннюю. Короче, о, даже... Второй раз заходишь, когда теплее уже вода кажется, ноги, тело привыкает к воде, и, соответственно, уже проще стоять. То есть, если так вот нырнуть, ну, нормально будет, нормально. Привыкнешь, в воде даже покажется теплее. Хотя ветра сейчас нету, и, в общем-то, купаться... В принципе, можно искупаться недолго, ну так, зайти, проплыть немного. О, чайка летит. Чайки здесь, надо смотреть в оба. Оставите где-нибудь еду свою на берегу, они прилетят и быстро-быстро утащат. А они могут запросто проглотить бутерброд ваш, не думая. В общем, такая погода. Если судить, да... Вот чисто по субъективно, да, то градусов, наверное, 19 воды терпимо. То есть днем прогреется до 20, я думаю. Ага. Видите, какая вода чистая, все идеально все. Народу нету. Все шикардос. Шикардос. Ладно, всем пока. До новых встреч.